That's according to two U.S. officials, so consider where that is coming from for sure. They want this. Ведущие американские СМИ рассказали о том, какую помощь России, по их сведениям, просила у Китая. Два источника CNN рассказали, что Россия просит Китай поставить сухие пайки, долго хранящиеся пищевые продукты, выдаваемые солдатам в условиях, когда невозможно своевременно снабжать войска продовольствием. По данным Financial Times, Россию от Китая нужны зенитные ракетные комплексы, беспилотные аппараты, разведывательное оборудование, бронетехника и машины тылового обеспечения. From escalating or even getting out of control. Go on to say China calls for exercise. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч!